Ты жив? Мог бы позвонить. Зачем? Глупый, я же волновалась. Вы понимаете, это очень серьезно. Генерал Монтанес — большая шишка в армии, который работал и на нас, и на ЦРУ, обеспечивал прикрытие. И? Мало ли кто на свете работает на Штаты. Но он работал на нас, а теперь работает на Муэрто. Вот в чем дело. Не исключено, что он связной между кем-то в отделе и папой Муэрто, понимаете? Так что мы решили, что Рам должен пробраться в штаб генерала и все разузнать. Ну и что в итоге? Ты узнал, кто в отделе предатель? Я еще не то узнал, но обо всем по порядку. Эй, амиго! Готов к полету своей мечты? Никогда не понимал. Самолет летит, а крыльями не машет. Не дрейф, омбре. Мы со старушкой Люси тебя мигом на небо забросим. Мне на миг показалось, что ты самолет ведешь, а сам весь обкуренный. Сальто, амиго. Прыгай давай. Скажи сначала, как это делается. Си, надеваешь парашют, а потом дергаешь за кольцо. Ну, спасибо, друг. Твоя цель — здоровенные развалины со спутниковой тарелкой. У них там центр связи. Там хранятся самые важные данные. И они нам нужны.
Все-таки многовато лягушек. Сурово! Сурово! Системы спутникового контроля обесточены. Этого я и боялся. Тебе надо будет спуститься на лифте в генераторную в катакомбах храма. Там включишь генератор, он запитает тарелку. Когда я закончу, тут все превратится в руины. А ведь сами доигрались. Сурово! Сурово! Генератор включается с пульта.
Сурово! В первую комнату катакомб. Там будет управление разворотом тарелки. Когда все будет готово, ты сможешь передать данные. Меня нельзя убивать. Я американец. Сурово! Ага! Ты, значит, Рамира. Последний мерзкий представитель тараканьей семейки Крузов. А я слыхал, это ты на помойке живешь и отбросы жрешь, падаль. Ну, теперь я тебя раздавлю, как всякое насекомое, какое к паде полезет. Ну, давай, покажи, что ты можешь. Увидимся в день мертвеца, бастардос. Так, пошевели рычаг, чтобы развернуть тарелку. Хорошо, тарелка готова. Теперь поднимайся на лифте обратно наверх и начинай передачу.
Начинай передачу. Молодчина, брат! Начинаю передачу. Это займет какое-то время. Сурово! Рам, я все принял. Теперь давай на летную полосу. Поднимись к тарелке и спускайся к летной полосе.